дальше буду видео показывать. Сейчас холодно, утро, все плесень, все, ну это все чистится, моется. Ну, тут такая комплектация, вроде бы ничего, но что хорошо, что не кожа. У них кожа очень плохая, плохое качество именно, когда эти автомобили начали выпускать эту серию. Ну, собственно говоря, тут полностью все есть, и регулировка, и, короче, все можно отсюда контролировать, тепло, холод. Ну, вот такая машина. Конечно, действительно, она дохлая, и еще что, был очень ключ, вот видите, в каком состоянии был. Ну, я вчера попробовал, ну, дохлые батареи тоже. Не знаю, может, дохлые батареи, может, даже тот, который финанс брал в кредит. Так, кредит, финанс, вот, да, брал эту машину. Может быть, он что-то снял отсюда, чтобы ничего не работало. Ой. Может. Ну, я еще не смотрел, честно говоря, вчера на рекавер завезли сюда, привезли. Ну, вот батарея, когда. Да. Ну, будем потом искать, в чем дело и почему он не заведет. Первым долгом я что сделаю, сейчас поставлю на зарядку, пускай она заряжается. Видно было, видите, долго машина стояла, очень долго. Так что вот такие дела. Все, поставил я на зарядку, ну, сколько, минут 5 постоял. Машина, батарея полностью дохлая. Это 100%. Так, ну вот я, собственно говоря, пультом не могу работать, пока я с ним не занимался, пока ничего. Ну, в принципе, собственно говоря, вставляю его. Вот. Пока я так, видите, ну, ключ стоит на замке, короче, руль. Да, тут посмотрим, как работает или нет. Это у нас рабочий. Так, задний тоже работает. Эта сторона, посмотрим. Эта сторона у нас не хочет. Сейчас отсюда попробую. Отсюда тоже не работает. Часто пользовались этой стороной. Так что будем искать проблему. Так, включим свет. Так, свет вроде бы горит. Аварийки работает. Да. Причем, тут, конечно, немножко ключ надо подшаманить. У меня где-то есть корпус на него новый, валяется. Где-то новый есть. Я найду его и поменяю этот корпус сломанный. Да. Что еще? Пока еще такого нету, но что я знаю, что не работает. Боковые двери, вот здесь механизм. Это надо электрику делать. Так, все дальше у нас смотрим. Так, тут работает. Так, сейчас я те двери открою. И багажники те. И багажник открою. Ветривается все. Ну вот, видите, какая плесень. Ну, тут в Англии, конечно, машину, если не будешь ездить там в течение 3-4 месяцев, вот такая фигня произойдет. Понимаете, надо его или в гараже держать, или сверху накидку одевать, потому что где-то вода будет сечь, и такая
история была. Ну, насчет этих дверей мы посмотрим. Пыльный. Ливень пошел кошмарный, бля. Так, вот. Почему двери здесь не работают? Весь механизм, вот эта дорожка бегущая, его нету. Все здесь сломано. Видите, здесь пружины обратки фиксации. Вот он. Вот он сломанный. Вот он должен так быть. Вот. Вот. Он сломанный. Потом. Ой, сейчас. Потом нету проводов здесь, который должен идти. Кабель проводов. Он должен идти отсюда. Что-то его нету. Пусто. Вот. Смотрите, провод этот нету, с фишкой вместе нах отрубали. Кто-то извергом был, блядь, в этот момент. Они, наверное, не могли этот открутить, наверное, украли. И вот тут вырвали, что ли. Сейчас я открою, но это уже позже, я посмотрю все это. Да. Немножко так воняет сырости здесь кошмарно. Вот какая дорожка здесь должен быть. Вот такая дорожка должна быть. Во. Тут тоже, видите, он все на соплях. Вот такая дорожка должна быть. Вот это кабель. Это кабель сюда идет. Внутрь. Понимаете? Там его нету. Это. Этого кабля. А? Thank you. Thanks a lot. Так, что еще может быть? Пока. Прежде чем. У меня есть BCM, есть ключ, есть безбортовой компьютер. Ну, у меня доноры мои. Ну. Что еще может быть, потому что я включу зажигание, включаю, заслонка должен сработать, потом должен напряжение идти до рампы, везде всюду, не, все, везде ноль, спит, как будто его убили, эту машину, да. Тут видно, что пытались много раз, конечно, заводить, крутить напрямой. Ничего, я тоже пытался напрямую, но смотрю, ничего не включается, не срабатывает, нет напряжения. Что мы первым долгом будем делать? Что я хочу это первым долгом сделать? Поменять бортовой компьютер, потому что бортовой компьютер и мобилайзер работает именно с ключом, все вместе здесь. Ну, короче, весь комплект я поменяю. Но я сперва так, весь комплект не буду. Сперва я поменяю BCM. А нет, сперва я залезу сюда и посмотрю состояние проводов. Потом только тогда начну устанавливать все это. Может, даже здесь замкнутый, и он встал на аварийку. Хрен его знает, но это же машина. Вы сами видите, какой мародерство здесь был. Нет этого провода, понимаете? Вот. Идет. Туда, ну нет, и вот его дорожки, видите, для проводов крепления, вот фишка, этот стоп нет, вот, видите, для проводов вот эти, ничего нет, украли все, получается, украли, там еще что валяется. Мне сейчас надо всю эту полностью вес вытягивать, проверять. Ладно, видите, даже, ну, когда они дергали, сволочи. Живой, да. Конечно, не разбит это все. Так, что тут еще дальше? Так. Тут разбиты, тут задний ход давали. И тут. А, сейчас ручка отодвину. Да, смотри.
Да. И тут, ну если кто-то будет делать, оно бампер может заменить, бампер задний стоит 100 фунтов. Правда, потом красить надо, цвет золотой очень тяжело подобрать. Вот видите, даже цвет пластика красили, все равно цвет другой. У меня доноры, сейчас я буду все это подключать и будем смотреть, заведется машина или нет. Все такое, конечно, неухоженное. Вот еще лобовое стекло, камушек попало, и все, и пошло. Тут, конечно, я смотрю, ранграда тоже нету. Вот это то, что колеса вытягивают только, и все, больше ничего. Ранграда нету. А это только запаску еще вытягивает. Только не все. Еще одного нету. Ну это такое у меня есть, там где-то валяется. Да, это фонарик. Его на зарядку надо ставить. Батарея сдохла, и это тоже сдохло. Так, отсюда работает, посмотрим. Да, отсюда работает кнопка. Тут немножко царапина. Тут немножко мятина. Тут. Я вам сюда залез посмотреть, в чем дело. Почему он выделывается. Куда этот провод делся. Интересно. Там есть фишка тоже. Ребят. Может даже. С той стороны тоже надо срывать, чтобы это все вытянуть. И он здесь внизу. Тут защелки все. Сейчас. Видите? Фишка пустая. Вот эта фишка. Короче, кто-то его утащил нахуй. Или продал. Один из двух. Ну, видно, сломанный. Его потянули. Сволочи. Потянули, видите, замок все. Сломанный. Зараза, бля. Так, сейчас дальше иду рыть. Там еще должен провод быть. Еще должен, вот он. Вот еще фишка здесь. Вот. Фишка. Тоже сорван, видите. Эти два провода идут сюда, до этого. Вот сюда. Вот. Ну, это можно и без фишки, это любую фишку взять на столько переходов и сделать. Тут нет проблем. Просто играться надо и все. Так. Наши зеркала, уши. Уши наши должны раскрываться, закрываться. Честно говоря. Да.
Сейчас она работает. Сейчас она работает. Вот уже легче. Сейчас по правую сторону включаем. Это уже легче, движительно. Это уже моторчика труба. Зафиксировался. Еще раз. Все. Отлично. Сработало. Его руками дергали, закрывали, подкрывали. Да, отремонтировал. Ставьте лайки. Все, ребята. Короче, я закончил это видео. Короче, видео будет продолжаться. Все, что недостатки, я буду искать. Но то, что поломки эти, я вам буду показывать. Мы уже убедились, эти двери не работают. Пока ключ не работает, не включает ничего здесь. Замок, руль не разблокируется. Я когда ключ засунул, он должен уже щелкнуть. Уже нет его. Да. Вот я включил, должен зажигание появиться. Ничего нет. Пуст, видите? Ничего. Сейчас я буду искать и показывать, какие проблемы может быть. Ну, в первую очередь, конечно, надо это блок предохранителей, потому что там 40-амперный идет предохранитель и реле один маленький. Сейчас мы его будем смотреть и показывать. Ну, короче, я буду показывать все поэтапно. Ну, вы поняли, этот не работает и включается, может даже из-за ключа не. Короче, видео будет продолжаться. Всем пока. У кого какие вопросы, там пишите комментарии. Ставьте лайки. До встречи.